ранок почався з прибирання. Треба витерти стіл після того, як було відкрите вікно, тому що пилюка зібралася на столі, а стіл білий. Всім привіт! Ви на каналі Українки, яка з початком повномасштабної війни Росії в Україні поїхала в Німеччину. В Німеччині я працюю і вивчаю мову. Наводжу тут порядки на кухні. Ось дістала, бачите, штрудель. Буду його зараз випікати, поки в мене розігрівається моя духовочка до 200 градусів по інструкції. Перекладала інструкцію зі словником, тому що не змогла перекласти нормально, адекватно, щоб все було мені зрозуміло. За інструкцією, що написано на упаковці, треба розігріти духовку до 200 градусів і заморожений штрудель туди і помістити. Ну, подивлюсь, не знаю, вперше це буду робити. Що в мене вийде, подивимось. Я з утра сама вирішила позаніматися німецьким, немножко строчила завтрак. Спочатку прийшла на кухню, думала, буду готувати, розкривати, потім думаю, ні, пойду позаніматися німецьким. В общем, що у мене буде на завтрак? Вот смотрите, такой как бы плов, каша рисовая. Готовила здесь грибы, курица, рис. Ну что еще, лук, наверное, есть, да, лук обязательно. И готовила на сковородке. Сейчас разогрею. Вот. Вкусненько получилось, я уже пробовала. Кстати говоря, впервые готовила. Ой, плов на сковородке. Так, у меня тут одна рука, извините. Все нормально, никто не пострадал, только плита, которую надо будет вытереть. Перевела на четверочку, чтобы спокойно уже прогрелся этот рис. Ну, это не совсем плов. Я вообще гуглила и смотрела рецепт плова на сковородке. Но плов для меня все-таки должен быть либо со свининой, либо с бараниной. Хотя баранину я никогда не пробовала. Не знаю, что это за мясо. Дома готовила со свининой. И дома готовила в мультиварке. Здесь мультиварки нет. Вот. Ну и как вам сказать. Ну, в принципе, да, неплохо на сковородке. Но все-таки я бы сказала, что это больше рисовая каша. Но вкусная. Вкусно получилось. У меня, знаете, рис в пакетиках. Я пакетик разрезала, промыла рис хорошо. Вот. Ну и, короче говоря, все приготовила. Потом засыпала рисом, залила водичкой, как прочитала в интернете, да, всезнающем гугле. Гугл знает все. И получилась вот такая вкусняшка. Как-то так. Так, знаете, что мне хочется? Мне хочется то, что никто, наверное, не делает. У Людмилы пошла фантазия. Сейчас. Так, что у меня здесь не так? Что у меня не в порядке здесь? Не закрывается холодильник. Так, сейчас, минуточку. Технический момент. Тут должно все лежать правильно, чтобы он закрывался. Хочу, знаете, что сделать? Хочу вот в этот горячий рис, ну, не называя его пловом, не могу, не поворачивается язык, добавить пармезан. Вот. Хочу попробовать, как это. Вкусно или невкусно? Ай-яй, все. Вкусно получается с пармезаном. Вкусно, я уже попробовала. Блюдо такое, знаете, немножко получается, как для гурманов, для тех, кто любит что-то необычное. Вот. Но вкусно, мне понравилось. Хорошо так чувствуется пармезан, потому что я его прилично сюда насыпала. Вот. И очень даже ничего. Так что попробуйте, если у кого-то возникнет такое же желание, кто любит что-то необычное в еде. Все, мне смачного. Сегодня на работу на 12, так я так вольготно себя чувствую. Убрала плиту, вытерла, все, все, Алис Гуд с плитой. Так, кто еще любит заглядывать, топ-топ, привет, это мои ножки, в духовочку, как там что печется, я люблю. Кстати, вот это вот стекло надо будет помыть. Ага, Людмила, вот так вот.
мила духовку на днях. Угу. Плита вот здесь, вот видите? Надо будет вымыть это все дело. Не годится. Так, ну вроде бы вытерла, вымыла, так относительно, видите, чуть-чуть есть. Ну ничего страшного, это уже от пальчика пальчиком, когда касаешься, оно... Сейчас немножко подотру. Не сильно у меня получается, ну ладно. А куда мы делся свет в духовке? Так, достала штрудель из духовки, он, как видите, с творогом. Творог немножко вытек, но моей вины здесь нет. Это не я его лепила, как говорится. Ну, такой вот он на вид. Выпекался где-то в среднем 30-35 минут, скорее всего, что 35. На вид такой, не знаю, ну, надо будет пробовать. Пускай он немножко остынет, конечно, потому что горячий, совсем горячий. Ну, не знаю, попробую. Если понравится, буду покупать, не понравится, не буду покупать. Как-то так. Вообще в Кафланде очень много таких вот вариантов. Есть еще с яблоком, есть, по-моему, какие-то маленькие слоечки. В общем, не знаю, купила на пробу. Разрезала, ребятки, штрудель, поубирала немножко ножиком, съела там творожок. Вот, я люблю такое, люблю творожную очень сильно начинку. Он, конечно, тепленький еще совсем. Я надеюсь, что будет вкусно. Смотрите, какой получился. Ну, это же типа я приготовила, да, вы поняли? Угу. Целую ночь не спала. Ай-яй-яй. Вышла с работы. Смотрите, какое красивое небо закатное. 19:10 в Дрездене. Красиво. Так, пришла с работы. У нас сегодня был... Ой, я не знаю, как это даже описать. Дурдом басалка. Вот что у нас было. У нас было столько народу на работе. У нас были такие очереди. Это просто невыносимо. Я не знаю. Я знаю примерно, почему догадываюсь, но об этом чуть-чуть позже. У тебя не было времени, ни у кого не было времени лишний раз посмотреть налево-направо, лишний раз попить воды, только полчаса на перерыв и все. И работать. Такого количества народу я не видела давно. Вот, но ничего, отстояли, отработали, все нормально. Все all is good. Так, была в Кауфланде, купила немножко продуктов, у меня, правда, все есть, в холодильнике все забито, вот, но, тем не менее, пришлось кое-что докупить. Купила вот такой вот кефир, 3,5 жирности, мне нравится, я его частенько покупаю. Купила себе вот такой вот лимонадик, без сахара, тоже очень вкусный, тоже классный, тоже покупаю. Купила себе 6 яиц коричневых, как я люблю. Хотела вообще купить десяток, но десятка не было. Все, что по 10, все было боем. Ну и магазин, соответственно, потому что завтра выходной в Германии. Он не хочет выставлять ничего нового, хочет просто, чтобы люди добирали то, что есть. И купила 2 бутылки минеральной воды. Это минеральная вода без газа. Перешла на такую воду. Она мне больше, кстати говоря, подходит. Вот. Итак, сегодня немцы были многие выходные, я так понимаю. Почему? Потому что завтра в Германии общенациональный, общегосударственный праздник, который празднуется по всей Германии. Завтра день немецкого единства. Сейчас я вам посмотрю, как это правильно называется по-немецки. У меня есть шпаргалка под названием Google. Der Tag Deutschen Einheit. Да, или по-простому день немецкого единства. Это день, когда объединилась ФРГ и ГДР. Вот. После Второй мировой войны Германия была разделена на 2 части. На ФРГ и ГДР. В 1961 году была построена Берлинская стена. Берлин был, в частности, разделен чуть ли не колючей проволокой. Была восточная часть Германии, это сейчас, где я живу, да? Ну вот, ГДР, Германская Демократическая Республика, и западная часть Германии, ФРГ, Федеральная Республика Германии. Вот, было 2, скажем так, Германии. Ну, естественно, что уровень жизни в западной части Германии разительно отличался от уровня
Германии Восточной. Вот, и было очень много желающих, которые хотели бежать в западную часть Германии, как говорится, правдами и неправдами, потому что для того, чтобы поехать в западную часть Германии, людям требовалось особое разрешение. Кто во что гораздо, кто на дельтаплане, кто еще каким-то образом бежали, бежали, бежали и бежали. По беглецам было велено стрелять на поражение. Да, были, к сожалению, и погибшие в результате таких побегов. Вот. Но в 1989 году в результате мирной революции произошло воссоединение Германии, пала Берлинская стена, и потом еще потребовался целый год для того, чтобы Германия по факту объединилась. Все, теперь Германия одна единая страна, одна единая нация, одна большая, ну, большая, небольшая держава. Одна единая держава. Вот как-то так. Так что по этому поводу будет завтра в Германии праздник. Насколько я читала и насколько я помню, что каждый год какой-то большой город Германии принимает на себя основные торжества. В этом году, по-моему, это будет Гамбург. Но я в Гамбург не поеду. Гамбург достаточно далеко от Дрездена. И я думаю, что в Дрездене тоже будет масса различных праздниц, будет обязательно какой-то парад, будет, наверное, фейерверк, будут, наверное, концерты. Ну, в общем, посмотрим, что будет завтра. Не знаю, я, ну, как бы, может быть, завтра где-то побываю, но не обещаю и не знаю. Вот. Ну, а в среду опять на работу, опять, как говорится, начинаются рабочие будни. Так что вот так вот будем праздновать День объединения Германии. Как-то так. Свої рідні Україні. Я бажаю якнайскорше миру, мирних і тихих днів і ночей. Щоб все у нас було гаразд, щоб все було добре. Ой, просто так. Ручки складаю, молюся, переживаю, думаю, кожного ранку читаю новини. І дуже-дуже-дуже хочу, щоб було мирно в Україні. Просто дуже-дуже. Все. Всім пока-пока.